В этот день в адрес города с 90-летней историей звучат самое трогательное признание. Я горжусь тем, что я муравчанка. Я люблю это место, я восторгаюсь, восхищаюсь. Я очень радуюсь тем переменам, которые в Таргас-Іле. Радуюсь тем, что мы умеем так весело праздновать этот праздник всем городом. Хранитель фондов местного краеведческого музея Евгения Гильдерман родилась в советские 80-е и помнит Таргас-Іле другим. Улочки, которые были почти лишены растительности, потому что для строительства поселка отсыпалось все песком. Пешеходные зоны, которые были тротуарами, покрыты деревянными, на которых играли в игры какие-то. Сегодня обустроенные парки, набережная стали площадками для проведения масштабного и яркого дня рождения города. Дни юбилея всегда мы хотим сказать спасибо ветеранам, кто стоял у истоков создания этой земли. И, конечно, наши газовики, нефтяники, кто первые пришли на эту землю и создали основу этого благополучия. Отдельное им спасибо. В день рождения Таргас-Іле состоялась важная церемония. Председатель правления газодобывающей компании и ключевого партнера Пуровского района Леонид Михельсон удостоен звания почетного гражданина Ямала. Сегодня посмотрел новые объекты. Да, это просто уникально. В Москве такого нет, что у вас уже есть. На улице города в его 90-ю годовщину высыпал и стар, и млад. На сцене у набережной поет народный ансамбль «Возрождение из Волновахи». А в парке Прибрежном слушают Игоря Корнилова и запускают в небо воздушных змеев. Никите Беляеву уже удалось обуздать ветер, и его триколор уверенно набирает высоту. Никита, я смотрю, ваш триколор устремился ввысь и так уверенно парит. Российский флаг, потому что вот и выше всех. Как тебе праздник? Праздник, отличный праздник. Я как гость города говорю, что отличный у вас город, красивые парки у вас. Гости праздника и именитые богатыри России. В Таргас-Іле проходит турнир по силовому экстриму. Вот только имя Валерий Савин, это уже такие старейшины, старожилы силового экстрима, чемпион мира Давид Шамей. Что здесь самый сильный человек весовой категории, правда, до 105 килограммов, убийца гигантов его. Почему? Потому что он со здоровыми парнями в абсолютке выступает, Евгений Гавриленко. Вместо спортивных снарядов шины, бревна, камни весом до 300 килограммов. В ход идут и машины. 19! Часом позже уже чемпион мира по футбольному фристайлу демонстрирует нашей съемочной группе простейшие упражнения. Фристайл стал впитывать от себя какие-то другие культуры, как раз таки брейкданс, а-ля как танцы. По миру в целом фристайл набирает и обороты, и прогрессирует. А вечером с 90-летним юбилеем таргас-ілинцев поздравляет Леша Свик, дуэт «Раса» и дискотека «Авария». Таргас-Іле, что для вас? Это мой дом. Все равно сюда возвращаюсь. Люблю его. Светлана Лащ, Роман Чернов, Наталья Колесникова. Время Ямала, Пуровский район.